Это, честно говоря, политика президента, здоровья нации, да. Обязательно надо, да, об этом говорить, понимаете? Потому что пенсионеры вот 70, 80, по 90 лет сидят дома. А отсюда придут, хоть будут заниматься, понимаете? Уже шевелиться будут. Мэру обращаюсь, Айбеку Джинашлиеву. Надо в каждом районе, в каждом жилмассиве, чтобы вот такие спортивные инвентарь были. Для этого есть деньги, бюджеты, в городе бюджеты. Для этого и правительство, сейчас вот пополнение бюджета идет, да, такого пополнения бюджета такого не было никогда, вот за последние 2-3 года, понимаете? Поэтому на спортивные вот эти сооружения надо больше внимания обратить. Вечерами здесь дети ходят, на качели качаются, а если поломаны, куда они пойдут, понимаете? Везде открывают рестораны, кафе, ты тут. Ну ты вот, вот этим делом занимаешься. Ага. Все у меня. Эти рестораны, там, здания там, бизнесменов поддерживают. 100 кишиден келтурат, да? Таң атпай келишет, саат 6-дан баштап занимайся этабыз. Саат 9-да бар тарай баштайт. Мен 15 жылдан бери инсульт болуп ауырыйм. Первая группа, инвалид. Шо недавно сердце операции сделали. Жүрек операция кылды. Анан боордон таш алды. Саат эртең менен 6-дан саат 1-ге чейин, түшкө чейин занимайсыздар. Анан үйгө барам. Спорт ден соолукка жардам берет. Давление постоянно 100-130-80. Дары анча ичпейм дары. Айва жардам берет да спорт. С разломано было. Вот этих не было. Вон там педали не было. Вот это все разломано было. Вот это единственное место в парке, куда приходят люди нашего возраста утром по старой привычке делать зарядку. Потому что движение – это основа нашей жизни. И вот эта площадка нас не устраивает в плане того, что она в запущенном состоянии. Тут люди пытаются что-то делать, но даже жизнь человеческая имеет свой срок. А это железо, конечно, уже, я думаю, что надо менять. Мы пришли к такому мнению, что надо менять, поменять, чтобы люди приходят с различными заболеваниями, опорно-двигательной системой, с давлением, ну, целый букет, и могут получить элементарно травму, да, и в целях безопасности мы бы хотели, чтобы уделили внимание и сделали нам подарок. Я думаю, что это для государства это не такой большой этот урон мы принесем этой площадочкой.